Актуальне інтерв'ю на 9 каналі. Я Артур Терещенко. І сьогодні говоримо про благодійність і підтримку. Мої гості – Олександра Сова-Тимошенкова і Мілана Тимошенкова. Мама і донька, звісно, бачите зараз такі красуні у нас у студії. Саша – голова благодійного фонду «Совушка», а Мілана, якщо я не помиляюся, хоче допомагати тваринам. Отже, мої вам вітання у нашій студії. Здравствуйте. З кого почнемо? Ну, думаю, з ребенка. А я пропоную все ж таки з мами почати, тому що про ваш благодійний фонд вже багато хто із мешканців нашого регіону, і не лише регіону, а й України в цілому знають. Отже, з чого почалося волонтерство? Именно мое. Так. Как бы я начинала, когда Милаша родилась, ей было 2 годика, как бы я сама сирота, мне захотелось как бы помогать деткам в детских домах. То есть я начинала с детских домов. Изначально мне помог футболист ФК Днепра, который раньше существовал, Евгений Шахов. Потом присоединились также самые его друзья, Ян Лаштовка, Джаба Канкава. Вот, ребята присоединились, начали помогать. Вот я помогала изначально детским домам, а потом потихоньку начала помогать деткам больным в больнице. На чому зараз зосередились, якщо говорити саме про ваш фонд, кому допомагаєте зараз найбільше? Ну, в основному, це тяжелі дітки, які знаходяться у нас в місті Дніпро. Ну, тобто, неважно, яка больниця, це Руднєва, це дитяча обласна, або 6-я больниця, якби я, везде ми допомагаємо діткам, якби, ті дітки, які батьки вже, якби, ну, вже немає у них фінансів, ті дітки, які тяжелі в реанімації знаходяться, або, вот, ну, такого плану, якби, в основному, це діти в больниці, які знаходяться тяжелі. Дітки ожогові. Вот такого плана, как бы, помощь в основном. Я вже на початку нашої розмови сказав, що ви достатньо відома жінка у Дніпрі, але все ж таки хтось, припускаю, що може вас побачити вперше по телебаченню. І чи можна розпочати допомагати вашому фонду, як це зробити, якщо, наприклад, людина хоче це робити регулярно? Как бы люди без запросов, как бы можно всегда позвонить как бы мне. Люди могут не только финансово помочь, например, а люди есть такие, которые давно уже помогают, например, они сами вот увидели пост, и на ребенка каждый там, ну, день нужны списки лекарств. То есть они могут без вопроса набрать меня, я сведу с врачом, который лечащий врач у этого ребеночка, как бы они могут даже напрямую закупить лекарства как бы этому ребенку. Не только можно перевести финансы, вот там вещи передать. То есть всегда для людей доступ открытый к любой маме, к маме, как бы с мамой связаться, с врачами, как бы и со самим привезти препараты. То есть, как людям удобно, так люди помогают. Яблоко від яблуньки. Давай про тебе. Скільки тобі років? 9 років. Ти в якому класі навчаєшся? В третьому класі. Надихнув приклад мами займатися волонтерством, допомагати. Чи це власний шлях? Допомога мами. Ну, как бы ребенок у меня как бы помогает деткам, она с детства очень любит животных. Вот, и она один раз с моей подружкой с Ритой поехала в приют, вот, изначально она отложила деньги там на планшет, и она взяла эти деньги, поехала купить продуктов, как бы, и побывала там, увидела собачек, кошечек, вот, и после этого у нее как бы желание появилось помогать. Но она всегда на улице там видит, сейчас она это расскажет за животных, как бы, ну, я ей предложила, когда она принесла работы свои с рисования, предложила как бы выставить на продажу, на эти собранные деньги, она поедет с Ритой, также потому что как бы я по приютам не езжу, по животным поедет, опять вновь в этот приют и поможет животным. Итак, я уже понял, что все началось с приюта, да? Давай вспомним, как это было, что за собака, что за животное тебе понравилось. Мне это приют «Лучик надежды». Мне понравилась собака, вот, черная такая, белая. Ну, она такая милая, ну, радовалась. Я погладила. Тоже, наверное, мало каши ела, как и ты, да? И я хотела забрать, но мама не разрешила. Так, и что дальше? Ну, ты решила помогать, да. Раз нельзя уже взять собаку. Ну, я купила корм собачий, кошачий, вот, и привезла. Привезла. Потратила денежку, которую, собственно говоря, могла потратить на себя, потратила на животное. Да. Итак, насколько я сейчас понимаю, ты не просишь деньги на помощь животным. Ты их пытаешься заработать. Да. У нас целая галерея на столе. Давай рассказывай, что это за работы. Вот я, это витраж, я сама рисовала. Вот, сначала я контур обвела, потом
ну, засохло, нужно 12 часов подождать, потом я следующий день пришла, и я разукрасила сатинками, вот. И потом фон уже начала, вот, и потом в рамочку поставили, и все. Сама рисуешь или кто-то тебе все-таки помогает? Мама, ну, немножко... папа? Не, не мама, не папа, а моя учитель Анжелика. Ты ходишь в школу? Да. Нет, я не рисование, хожу. Да? Рисование, да. В школу рисования. Так, замечательно. Красивая работа, безусловно. Да. Кроме всего прочего, я вижу, есть работы на бумаге, да? Да. Расскажи, что... Вот попугай вижу очень красивый, и не один, по-моему, да? Да. Вот замечательно. Доставай. Итак, что это у нас за такой попугай? Если я не правильно разбираюсь, это, по-моему, кокоду, да? Нет. Нет? Так. Попугай, точно. Вот, я нарисовала попугая, ну, фон, потом, ну, разукрасила. Разукрасила. Ну, и с оттенками. А каким образом ты рисуешь? То есть ты это держишь в голове или все-таки есть какая-то натура, с которой ты рисуешь? То есть, например, вот как этот попугай. То есть, возможно, он был в клетке, и ты его перерисовывала. Или это ты по памяти просто представляешь, каким он не, должен я быть? Я с карточки срисовывала вот сначала карандашом, потом уже нарисовала все это. Замечательно. Мы еще вернемся к нашим работам. Вопрос к маме. Вот учитывая интерес такой к рисованию, вы уже видите, кем ваша дочь может стать? Ну, она сказала, что как бы она хочет стать ветеринаром, потому что она очень, да, как бы, ну, любит животных. Была ситуация, она сама расскажет, как собачку там стало жалко, она расплакалась. Может, расскажешь, Милан? Нет. Уверен, что расскажет сейчас эту историю. Ну, она у нее больше как бы к животным. У нее любовь большая к животным. У нас дома собака, попугай, хомяк. Хомяк. И рыбки. Целый мини-зоопарк. Да. Да, как бы она просит, конечно, еще за животных, но как бы я пока весь не готова. Ну, она сама как бы за ними следит, она сама собаку купает, она сама у них убирает. То есть я к животным вообще не касаюсь. Хватает тебе времени вот ухаживать и за животными? Их же надо и выгуливать, и учиться, и ходить в школу рисования. Вот на все хватает времени? Так, что же это за такая интересная история про собачку, которая там хромала? Ну, расскажи. Ну, я, когда мы ехали в гости, потом я увидела на дороге, ну, собаку, ну, она такая трусилась, ей было холодно, без еды, вот. Ты увидела и решила ей помочь, да? Да. А каким образом? Ну, мы дали хлеб, кусочек. Да? То есть растет у нас маленький человечек с очень большим добрым сердцем. Замечательно. Переходим к следующим работам. У нас еще одна витражная работа, да, вот рядом с тобой. Угу. Это тоже цветы, насколько я понимаю. Покажи. Возьми, я покажу. Что это за работа? Расскажи, как тяжело ее, как долго ты ее рисовала? Это то же самое, как цветок, вот. Там контуры и оттенки, и фон. Вопрос к маме. Учитывая вот такой интерес, не думали ли вы о том, что уже пора дочери сделать отдельный, ну, например, сайт или страничку в интернете для того, чтобы, ну, вот ее работы... Как бы большее количество людей видела і могло долучитися, вже знову переходжу на українську мову, долучитися до цієї благодійної справи. Как бы я об этом думала, но все равно буду вести это я. Почему? Потому что одна из причин, я противник. У меня ребенок не сидит, у нас нет ни планшета, ни в телефоне, она не сидит. Как бы у мамы есть такое немножечко, мама против этого, то есть я считаю, что ребенок должен развиваться, меньше находиться. Ну, мама медичний працівник, я ж розумію, так? Ну, ще не медичний працівник, как бы я просто с точки зрения, что дети должны развиваться, как развивались раньше мы. Без телефона, без всяких гаджетов, потому что, ну, гаджеты немножко засоряют это все. Да, и зрение портит. Да, вот как бы, и уже думала над этим, возможно, как бы сделаю ее страничку, чтобы она там также сама привлекала деток,
вот тоже посещать такие приюты, может там детки-одноклассники захотят там какой-то корм что-то передать, то есть у нее и друзья есть, там девочка Саша одна, вторая, которая очень любит животных, у них там тоже дома по двое, по трое котов, как бы, может их еще привлечем, как бы, считаю, что это правильно, что дети будут не в гаджетах сидеть, они будут там в те же поездки в приюты к животным ездить, может что-то даже помогать, начинать, как бы, думаю, что со временем создадим. Ты не проти того, аби твої друзі, однокласники або взагалі хтось і постарше допоміг тобі в цій важливій справі? Не проти. Не проти. Будемо агітувати за це, так? Да? Замечательно. Итак, если мы сейчас видим эти работы, я так понимаю, они продаются, да? Да, ну в основном, да. Как бы эти работы мы вот и думаю, ну, Милана согласилась, что эти можно будет продавать, как бы. Я, можно расскажу, что за 1000 я продаю эти картины, потому что стоит это стекло, рамочка, контуры и краски. И краски, то есть все достаточно дорого, да? То есть вот такая вот работа будет стоить 1000 гривен, правильно я понимаю? Да. Куда потратим деньги? В приют к животным. К животным. Это будет какая-то целевая помощь, или ты просто передашь деньги, а они уже сами что-то купят? Нет, мы соберем деньги, потом уже купим корм там кошачий, собачий, а потом уже отдадим к приюту. У нас поедет в приют и там все отдаст. Благодійність – непростий шлях у нашій країні, це точно, Саша. От не виникає у вас, наприклад, бажання відмовити Мілану від цієї справи? Скажу, ні, как бы, ну, у каждого, наверное, человека есть какое-то призвание, как бы, у нее к животным, как бы, я, ну, ей хочется, пускай помогает, ей хочется ездить в приют, пускай она это делает. Ну, если есть у ребенка желание, зачем я буду, как бы, ну, останавливать? То есть я считаю, что ребенок должен делать то, что ей хочется. Как бы, а не навязывать там свою идею, там, ходить на тот кружок или иной, как бы, заниматься тем или иным. Как бы, ну, ей предлагали деткам, она говорит, нет, ну я животным. Как бы я знаю, что она девочка очень добрая, как бы она больше к животным, как бы это я немножко холодная к животным, больше к деткам, она вот к животным. Как бы у каждого свои интересы, как бы ребенок, если хочет, пускай этим занимается. Милана, о чем ты мечтаешь? Есть у тебя мечты? Никакие нет мечты. Мне только помогать животным и делать эти рисунки, витражи. Ну, ведь это уже и есть маленькая, но мечта – помогать животным. А кем ты хочешь стать, расскажи. Я хочу стать врачом. Ветеринаром. Ну, ветеринаром. Ветеринаром. Я пропоную, у нас залишилося до хвилини. Заохочуйте усіх, хто нас зараз дивиться, придбати роботи вашої доньки. Ну, как бы хотелось обратить жителям Дмитра, они могут не только как бы, ну, придбать работу, они также сами могут или то ли передать, закупить что-то для лучика надежды, или сами поехать, или там передать нам, как бы, ребеночек, соответственно, я у себя на страничке отчитаюсь, когда состоится поездка, что там было все доставлено, как бы, да, если есть у людей желание, как бы, ну, хотелось бы немножко, чтобы подбодрить дочку, как бы, люди могут купить ее картины, вот, на эти денежки мы все читаемся, она закупит все, вот, будет, выложим, как бы, ну, в соцсетях, что вот она съездила, закупила, передала, как бы. Так же самое, чтобы своих деток помогать. И как бы, если каждый человек даже начнет каждому животному помогать даже на улице, как бы, кормить и все, то у нас меньше будет голодных животных, и кошечек, и собачек. Если каждый так же самое будет с приюта брать себе животного домой, то есть меньше будет в приютах таких животных находиться. И жизнь же станет чуточку добрее. Да, каждый, если будет понемножку делать доброты, то мир станет намного добрее. Да. Я дякую вам, що ви робите цю добру справу. Тобі бажаю їсти кашу. І тоді будеш відповідати громко і уверенно. Договорились? Да. Ну і желаю удачі в твоїх ділах, начинаннях. Пока рисуй, хорошо учись. Ну і в один прекрасний момент, когда-нибудь лет через 10-12, возможно, в этой студії у нас уже буде лікар-ветеринар Мілана Тимошенкова. Так? Так. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну, а глядачам 9 каналу нагадаю, що ми сьогодні говорили про благодійність та підтримку. Мої гості – Олександра Сова-Тимошенкова і Мілана Тимошенкова. Я ж дякую всім за увагу. Пильнуйте себе і хай вам щастить.